Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня по-прежнему 8 августа. Я вот пришла поливать перцы и помаленьку начала вам уже описывать, чтобы потом не получилось так, что они поспеют, мы их все съедим, показать будет нечего. Сейчас я могу показать вам и форму куста, и форму самой перчины. Они еще не поспели, только начинают буреть. Вот до этого я описала винни-пух, карликовый сорт с букетным формированием завязей, который низкорослый, 25-30 сантиметров. Он скороспелый, его можно и на балконе везде. Вот следующий сорт, это венти. Венти в прошлом году я показывала в теплице. Он у меня, венти и ласточка, самый первый поспелый. Вот женщина, которая выписала в том году семена, уже говорит, что они уже кушают красные созревшие плоды. Так, сейчас мы заглянем к венти. Он очень красивый. Он такой, у него приятный такой цвет. Я не знаю, сейчас видно вам будет или нет, тут очень не подступиться. У него такой приятный красивый цвет. И смотрите, он маленький куст, небольшой, тоже сейчас все про него прочитаю. Смотрите, сколько на нем уже плодов. Хотя у нас первая декада августа, и если все будет нормально, еще август, еще можем прихватить сентябрь для... Ну, для полноценного роста, для созревания. Потом еще можно будет прикрыть его не тканкой, тряпочкой на ночь. И дальше он будет продолжать расти. Сейчас о характеристиках. Кто в прошлом году не видел, в прошлом году в июле, по-моему, мы ели уже его в теплице спелый. Ранний, очень нежный. Ранний сорт для открытого и защищенного грунта. От сходов до плодоношения 95-110 дней. Куст компактный, высотой 45-50 сантиметров. Вот это очень удобно, что его можно никуда не подвязывать, его можно ничего с ним не делать. Высадил его на улицу, он вот мне до коленки, все, он дальше не будет расти. Он сейчас немножко разветвится и будет стоять. Ну вот в теплице у меня он немножко вытягивается, потому что там все-таки освещение не такое. Здесь солнце вдоволь, я им здесь выбрала такое место для грядочки, что тут вот тень бывает до обеда, а на этой грядке ни до обеда, ни после обеда тени нет, тут всегда солнце. И для таких, для сладких перцев это идеальное место, потому что они солнцелюбивые. Вот куст, плоды удлиненно-конусовидные, гладкие, с нежной тонкой кожицей, великолепных вкусовых качеств, технической зрелости красный, масса 70 граммов, устойчив к тому-то, тому-то, короче. Все, ничего сильно производитель о нем такого не пишет, но этот сорт хорош тем, что у него короткий срок вегетации. Если крупноплодные, они пока свою перчину сформируют, пока она покраснеет, то вот эти вот и карлик, который у нас винни-пух, и вот этот венти, который ранний, он не скороспелый, а просто ранний, они будут, конечно, раньше всех. Ну и форма перчины самой, сейчас еще раз подлезем, она нам позволяет и фаршировать вот этот конусовидный, и все делать. Если вот есть, например, желтый слон, он тонкий, длинный стручок, его фаршировать сложно. А вот это красивые перчины такие, они будут потом ярко-ярко красные, такие глянцевые. Вот этот сорт, который можно выращивать вполне в открытом грунте. И сейчас его уже можно употреблять в технической спелости. Он уже сочный. Я сейчас нечаянно одну оборвала, попробовала. Он уже сочный, он уже сладкий. Но, естественно, через 2 недели, когда он поспеет, в августе почти все вот эти первые кисти, и у карлика винни-пуха, и у этого будут красные. Еще поспеет медаль, белый налив. Все вот эти сорта, они все вызреют у меня в открытом грунте. Я вам потом покажу. Но сейчас я просто каждый сорт хочу отдельно, чуть-чуть поподробнее вам рассказать, чтобы вы как-то могли выбрать, какой вам больше подходит. Все-таки карлик винни-пух, или вот этот венти, или тот и другой. Ну вот. Краткий обзор вот этого сорта венти. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Ой, одна что-то загнулась не так. О, какая венти странная.